И в продолжении темы. Только на протяжении 2 дней у лабытнанцев была возможность посетить выставочно-лекционный комплекс РЖД. В специализированном поезде расположена экспозиция, наглядно демонстрирующая историю развития отечественного железнодорожного транспорта. Такой состав курсирует по стране с 2011 года. За это время его посетило более 100 тысяч человек. Наша съемочная группа вместе с ребятами площадки Центра социального обслуживания населения в числе первых жителей города Семилиственниц побывала на экскурсии. Репортаж Альмиры Новоселовой. Выставочно-лекционный комплекс состоит из 12 вагонов, 9 из них выставочных, 3 служебных. У каждого своя тематика. Здесь можно узнать о возникновении отечественного железнодорожного транспорта, рассмотрев модель первого русского паровоза Черепановых и кабинет начальника поезда конца 19-го – начала 20 веков. С тех пор транспортная сфера значительно шагнула вперед. И вот уже на контрасте в этом же вагоне расположены модели современных скоростных электропоездов «Сапсан», «Аллегра», «Ласточка». Сотрудники транспортного холдинга организовали выставку с одной целью. В этом комплексе максимально доступным языком любому желающему объяснить, что же такое железная дорога, чего она добилась на данный момент и ближайшие пути ее развития. Автоматика, ребята, это на сегодняшний день исключение человеческого фактора из производственного процесса. И что такое телемеханика? Ребята, телемеханика – это управление этим производственным процессом на расстоянии. Так вот, в этом вагончике показаны, ребята, макеты, которые показывают всю сложность организации управления на железной дороге. Вот видите эту милую девушку? Да. Вот справа, которую вы пошли и сказали, она как настоящая. Так вот, она представляет автоматизированное рабочее место поездного диспетчера, ребята, Октябрьской железной дороги. Один специалист может управлять производственным процессом в районе 700 километров. Необходимую информацию он получает сразу с нескольких экранов. В другом вагоне можно увидеть макеты панорамы железнодорожной инфраструктуры, стартовой площадки космодрома «Восточный» и московского метрополитена. Но самое интересное для посетителей – это демонстрационные динамические тренажеры, благодаря которым каждый мог почувствовать себя машинистом. Вы находитесь в тренажерном комплексе. С помощью данных тренажеров обучают будущих машинистов, прежде чем они садятся за реальные машины. На экспозиции также можно ознакомиться с энергосберегающими технологиями, применяемыми на железной дороге. Одна из составляющих выставки посвящена работе магистрали во время Великой Отечественной войны, вкладу сотрудников железнодорожного транспорта в дело победы. Мне тут понравилось особенно те места, где нам рассказывали про вагоны и про поезда. Какие скорости у них, сколько они могут проехать, и какие бывают, электронные или на угле. Еще интересно, когда мы были еще в самом последней комнате, когда война была, и тоже было интересно, в каких местах она была и какие именно поезда там еще были. На такой выставке, да, в первый раз. И самое интересное для меня было тренажеры вождения. Там было очень много кочек. Я смотрела, там был макет первого поезда. Он мог перевозить только по 3 небольших тележки с грузом. Лабытнанги – предпоследняя станция на пути следования по Северной железной дороге выставочно-лекционного комплекса РЖД. Спустя некоторое время поезд отправится на Южно-Уральскую железную ветку. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».